Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, насколько Омск консервативный или инновационный город, насколько комфортно работать в Омске бизнесу. И у нас в гостях директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова. Добрый день. Добрый день. Насколько я знаю, вы совсем недавно провели опрос общественного мнения, который затронул большинство российских городов, куда попал и Омск. Как Омск смотрится на фоне остальных городов, о чем думает средняя меч, да, и насколько вот можно сформировать портрет среднего меча? Добрый день еще раз. Прежде всего, хотела бы сказать, что если бы меня попросили показать вот портрет России, то я бы сказала, что вот давайте посмотрим на Омск, и те настроения, которые есть в Омске, они так или иначе воспроизводят общероссийские настроения. Иными словами, когда социологи, маркетологи проводят опросы, и они получают усредненный процент по России, то так или иначе эти показатели характерны и для Омска. То есть Омск по средним позициям часто. И это, я считаю, хорошо, потому что многие регионы, допустим, Республика Татарстан, она была бы недовольна тем, что она находится на середнячковой позиции. Но для Омска, мне кажется, это хорошая позиция, уверенная такая середнячковая позиция. Мне всегда интересно смотреть на данные именно в Омске, и в Омском регионе, в Омской области. Фонд «Общественное мнение» раз в квартал делает замеры. Выборка небольшая, 800 респондентов, но поскольку технология обкатана, то мы можем что-то увидеть. Так вот, меня тревожит, настораживает то, что, конечно, если это Россия, то это не очень богатая Россия. И по нашим данным, доля тех, кто говорит, что нам не хватает на предметы крупной бытовой техники, хватает только на питание, а вот на одежду уже не хватает и тяжеловато, доля таких в Омске и в Омском регионе выше, чем по России. И это настораживающий факт, потому что раньше все-таки Омск держался так в хороших средних позициях. Все-таки есть определенная такая депрессивность. И на вопрос, какие проблемы вас прежде всего волнуют, а мечи уверенно говорят, низкие зарплаты. И вчера с таксистом мы говорили, я говорю, ну как жизнь? Первое, что услышала, работы нет, зарплаты низкие. Ну, конечно, я понимаю, что надо это отфильтровывать, но тем не менее, вот глаз народа, который, я так понимаю, все-таки зарабатывает, у него есть работа, он сказал, что низкий уровень зарплат. Такую же ситуацию, не хочу Омск ни в коем случае чернить, такую же ситуацию я встречаю в Иркутске, такая же ситуация в отдельных областях Новосибирской, Новосибирского региона, в отдельных точках. Но в меньшей степени, конечно, бывает в Екатеринбурге, который сейчас на подъеме. И вот неудовлетворен собственными зарплатами, все-таки много бюджетников, все-таки проблема вот в промышленном секторе. И это залог того, что мечи, конечно, очень часто попадают в такие депрессивные настроения. Есть определенная такая уже самобичевание. Мы бедный город, мы город неуспешный, мы застойный город и так далее. На ваш взгляд, с чем это связано? Может быть, это связано с определенными амбициями Омска. Все-таки Омск город непростой, там не больше, не меньше третья столица, не больше, не меньше там, Ермак именно здесь день потонул, это Ермак и Колчак, и Достоевский, вот это весь красивый ряд. И вот как-то выглядеть недостойно, как-то ощущать себя беднее других, особенно там москвичей каких-то, это мечта пережить не может. Он хочет быть впереди. Поэтому вот это в социологии это называется относительная депривация. Хочется многого, а возможности нет. То есть, видимо, раньше были какие-то рычаги для подработок, промышленность работала бесперебойно, многие ездили на север, зарабатывали, еще какие-то были ресурсы. Сейчас, может быть, какое-то идет в экономике перестройка. Да, перестройка, трансформация, и омичи еще не очень хорошо адаптировались к этому. Поэтому вроде средний уровень, но есть источник проблем. На вопрос, который мы всегда задаем жителям во всех городах и регионах, вы вообще довольны, недовольны положением дел в регионе, ну, может быть, странный вопрос, но омичи чаще, чем россияне, говорят, нет, недовольны, мне не нравится. Все-таки ситуация не меняется, хочется перемен, перемен требует наши сердца. Мне кажется, вот это по-омски, и тут я не открываю
совершенно каких-то нового знания. Это чувствует, наверное, каждая МИЧ. Это больше все-таки отклик на экономическую ситуацию. То есть тут еще нет такой политической подоплеки. То есть перемен требует наши сердца. Это такое кардинальное, такое, в общем-то, мышление, которое может привести там, к очень глобальным переменам. Или это вот все-таки отголосок того, что общая экономическая ситуация, ну, вот, которая общеизвестна в Омске, она не самая лучшая даже в сибирском регионе, пока вот не позволяет достигать желаемого. Я думаю, что экономический и политический фактор здесь очень сильно переплетаются. Естественно, была определенная усталость от одной и той же политической картинки, но она характерна для россиян в целом. То есть, неважно, речь идет о губернаторе или о президенте, так или иначе, все равно мы устаем, мы хотим чего-то нового. Но могу предположить, что во многом здесь связано и с каким-то культурным, да, духом города. А то, что вот часто я говорю, что у каждого города своя мистика, и есть города с очень тяжелой энергетикой. Такой, допустим, город, как Волгоград, где бизнес не прет, говорят предприниматели, да? Потому что... Чтобы они не делали, не идут призраки дела. Немецких, советских солдат мешают якобы им это делать, но на самом деле, может быть, корни как раз там в экономической, политической ситуации. Я думаю, что здесь комплекс проблем, но я связываю прежде всего с тем, что все-таки АМИЧ – это особый характер, очень такая идентичность, очень многого хотят. И все-таки, ну, регион хоть был закрыт долгое время, но он был в определенном смысле особо привилегированный город, да, определенный такой статус у него был. Всегда промышленность наша была, это и изделия нашей промышленности, они котируются очень высоко. И было чем гордиться на самом деле. Может быть, вот это, да. Вот пока может быть нечем гордиться. То есть, вот. Вот это очень хорошая тема, нечем гордиться. И я, как социолог, могу сказать, это, конечно, все формируется. То есть сейчас мы видим, что есть определенная депрессия. Да? В то же время я вижу огромное количество торговых центров, реклама, вроде бы бизнес развивается внешне. Не захолустье, да? Вроде бы. Мне нравится. Город. Очень много магазинов, я вообще половину здесь не узнаю, что и как. А с другой стороны, мне кажется, вот правильно надо выстроить вот эту атмосферу в городе. Нужны новые идеи какие-то. Прежде всего, вот как-то переосмыслить те, которые бренды раньше предлагались, и что-то найти. Я не знаю, что это может быть, но показать, что да, мы вот, может быть, такие, но у нас есть определенное преимущество. Мне, допустим, всегда нравится, что Омск – это пересечение культур, и ну, что и есть. Путей, и на этом пересечении культур, мне кажется, бизнес может просто прекрасно себя преподавать. Здесь татарская, казахская кухня и русская вместе, сибирская. И вот этот вот момент, что мы на стечении культур. Во всяком случае, Барселона – это феномен работы технологов. Прованс – это работа технологов. Мне кажется, вот Омску не хватает тех креаторов, которые бы сделали бы особый такой культурный феномен. А, мне кажется, слепить можно. То есть социология не дает таких готовых рецептов, но дает срез, на основе которого уже можно вырабатывать какие-то идеи. Или можно понять, например, что мешает, можно понять, где мы впереди, то есть, и из этого, какую-то идеологию вместе сделать. Социология – градусник. Ну, да, мы замерили, сказали, ну, в общем-то, пациент нормально себя чувствует, но хронические заболевания у него есть. Хронические. Надо лечить. Резать пока не надо, надо лечить. Протестное настроение в норме. Ну, бизнес вообще как-то всегда особнячком в Омске существует. Но хотя какие-то бурления вот до Москвы доносятся. Я недавно общалась с омским предпринимателем, который говорил, да, вроде все хорошо, а с другой стороны вот так вот. Поэтому мне кажется, вот хотелось бы вот эту креативную какую-то энергию от бизнеса, чтобы прежде всего город развивается благодаря силе предпринимателей, прежде всего, и мудрых чиновников, но предпринимателям, мне кажется, прежде всего. Ну да, тут какой-то такой замкнутый круг. С одной стороны, для того, чтобы двигаться вперед, нужны инноваторы, нужны люди, которые, ну, идут впереди, то есть те, которые первыми что-то пробуют, первые что-то предлагают. С другой стороны, сама атмосфера не способствует тому, чтобы эти люди тут рождались, развивались и применяли свой талант. К сожалению, многие талантливые люди, они уезжает либо вдруг. Как с этим бороться? Как выйти из этого замкнутого круга? Прекрасное слово «замкнутый круг», потому что вот, получается что? По исследованиям социологов, доля людей, которые должны воспринимать тренды, они являются для бизнеса прежде всего средой,
да, аудитории, доля так 20%, 15-20% России. В Омске, по нашим подсчетам, ниже. Причем так заметно, ниже 11%. Может быть, в самом Омске повыше, но за счет области мы сильно откатываемся назад. Омск и регион откатывается назад. Людей нет, соответственно, как бы импульс предприимчивости, инновационности, причем не только в бизнесе, в системе сфере, образования, да, конечно, да, она ниже. Да. То есть вот как бы не модно быть здесь непохожим, да, предприимчивым, отличающимся. Такие люди поэтому уезжают. С другой стороны, такие люди взращиваются. И это некая технология по взращиванию креативных, инновационных людей. Вот мне было приятно проехать по Омску, увидеть много-много-много магазинов, но я не видела центры по развитию детей. Не в том смысле, когда это Монтессори с трех лет. Нет. Центр, куда я привела в любой момент ребенка, там, в субботу с 5 до 7, и он бы рисовал. Я не обратила внимания на бум, который существует в Москве и Петербурге, когда офисный пролетариат после тяжелой работы может прийти, там, покатать суши, что-то не из войлока делают, занимаются йогой, обсуждают книги, то есть дома новые, не советской культуры. Вот эта креативная среда, она нужна инноваторам. Креативную среду, там могут быть там Wi-Fi, кофейни, йога-центры. Ну, такие центры, что в общем-то, угодно, да, общение. В Омске. Их меньше, чем должно быть. Но зато много пивных клубов. Вот это да, вот это вот меня, ну, пиво здесь хорошее, конечно, ничего не скажу, но этого мало, инноватора пивом не взращивают, это точно. Поэтому бизнес, мне кажется, мог бы этим заниматься. Во всяком случае, сейчас вот моя компания, она работает в партнерстве с другой компанией, которая предлагает Москве самообразование и образование, дополнительное образование, досуговое, хобби для взрослых. Это просто бум в Москве. Прийти вместе. Ну, то есть раскрытие каких-то дополнительных способностей, да, которые, так сказать, вот в обычной жизни не удается раскрыть. Но все это должно быть на таком модернизированном современном типе построено, чтобы это было интересно современным людям. Вот в Москве, ну, худо-бедно, люди денежку зарабатывают именно на этих развлечениях креативных для взрослых людей. И такой человек уже не поедет. Вот еще последнюю такую мысль завершу. Когда я в пятницу рассказывала примерно о вот этих людях, людях 21 в Москве, в October Digital, и сидел бизнес российский, и сидел замгубернатора одного региона, он меня поймал и сказал: так что, Лариса, сделать, чтобы они не уезжали? Ну да. Ну, вариант, конечно, ноги переломать давно уже предлагали, но мы предложили, давайте проведем комплекс какие-то исследования, вы можете сами провести, мы скажем, какая есть методика. Для них нужно делать особую комфортную креативную среду, чтобы они не ползли в Москву. Их надо остановить. Общая экономическая обстановка, да, которая вот, не позволяет делать большие накопления, она, к сожалению, ну, нивелирует, может быть, те желания, которые могли бы реализоваться. По данным социологов, более 40% американцев планируют в ближайшие месяцы потратить свои деньги на туризм и отдых. Это значит, что есть возможности. По тем опросам, которые проводили в ближайшее время, многие мечи хотели бы отдыхать. Да, многие мечи хотели бы, так сказать, куда-то поехать. Но, к сожалению, нет возможностей. Это тоже своего рода замкнутый круг. Это да. То есть, большая проблема. Но с другой стороны, необходимо все-таки постепенно формировать, ну, какие-то потребности, которые бы выходили все-таки из условий первичных потребностей. Ну, то есть, еда, одежда, там еще что-то такое. Да? Как с этим бороться? То есть как формировать все-таки такие потребности, ну, какие-то более духовные в развитии, поставленные на развитие индивидуума как такового, да, но в условиях вот нехватки экономических средств. Это, возможно ли это, в это принципе? Это возможно. И это, в общем-то, тренд. То есть это определенная ярко выраженная тенденция и на Западе, и у нас. Все-таки какая-то часть людей, как какой-то капитал себе зарабатывает, да, то есть мы говорили, что, в общем-то, амич, ну, не выживает, но ему не очень сладко, но, тем не менее, есть люди, которые более-менее так стоят твердо на ногах, и, как ни странно, эти люди, имея многое, они понимают, что деньги – это не все, и нужно, то есть,
идет типичный пример, когда думают уже о других потребностях. Я не говорю о духовных, я говорю о проблеме творчества, самореализации и то, что связано вот с хобби, с интересами, в том числе с путешествиями. Это, видимо, очень важный такой эффект в сознании, развития людей. Сначала они как-то насытились, теперь им хочется уже заниматься самореализацией и творчеством. Это воспитывается. То есть, в принципе, есть определенные технологии в социальной рекламе, которые говорят. И кризис, между прочим, сильно воспитал москвичей, когда наши респонденты говорили очень хорошо, да, мы поняли, работая по много часов в офисе, что работа и карьера – это не ответ. И они мне просто так говорили, бабло – это не ответ, потому что мы сейчас поймем, что надо работать и вкладывать в свои хобби. Это должно присутствовать в том числе в журналах, которые вот читает эта продвинутая группа. Это должно быть определенной модой. И важный момент. Я когда спросила своих знакомых, вот беда такая, вот в последнее время увлеклась путешествиями, и мои даже знакомые, отслеживая по Фейсбуку, говорят, что-то ты все время двигаешься. Но, видимо, это очень... Вот, важный момент посмотреть мир сейчас, вот это важно здесь и сейчас. И мне экономист один сказал, финансовый аналитик, это правильно, ты вкладываешь деньги в свои впечатления и впечатления своего ребенка. И это лучший способ потребительского поведения в ситуации неопределенности, что будет завтра. Ты не сможешь защититься, но ты, вкладывая в себя, в своего ребенка, в свои впечатления, ты чистишь себе карму. Раз, а во-вторых, ну, как бы это очень важно, другой стиль мышления. А мечи всегда были такие более мещанско-накопительские. Да? Тут оно накоплено должно быть выражено. Что-то материальное должно реализоваться. Да, это другой способ. То есть вкладывать самого в себя, в свое здоровье, в свое тело, в то, как люди выглядят, в свои друзья и увлечения. Каждую неделю, вот тоже тренд, раз в неделю позвонить тому, кому вы не звонили. Есть такие люди у вас? Полно. Вот открываешь... В телефоне полно номеров. И звонишь. Это не нетворкинг, которым бизнесмены занимаются, когда звонит Лариса Александровна. А как у вас дела? А как ваша дочь? Я Кстати, понимаю, у меня для вас очень хороший продукт. Вот как раз заход в том, чтобы людей мотивировать на восстановление этих связей, потому что они очень много работали, зарабатывали. Я сейчас обращаюсь, в принципе, к бизнесу. Да? Это вот определенный тренд, социальная активность. Дальше важный момент, но я заметила, в Омске это тоже есть, когда люди стали, у них тяга к объединению, они хотят объединяться, они хотят знакомиться, потому что они не умеют, и на этом можно делать бизнес. Они хотят вместе, те самые плести макраме, образно говоря. То есть одиночество очень сильно развито, поэтому те, кто объединяет людей, делают великую миссию, чистят карму и зарабатывают деньги. Это сейчас тоже, мне кажется, в бизнесе очень хороший заход. И вот такие вот вещи, они все больше. Это воспитывается. И если это показывается по телеканалам, это становится рано или поздно нормой для определенной группы. Ну, это то, о чем вы сказали в самом начале разговора. То есть все-таки это технология и работа технологов. То есть социальных ли технологов, бизнес ли технологов. Но это должно стать тоже трендом. То есть это тоже воспитывается, кто-то должен этим заняться. Это комплексный процесс. К сожалению, без разумных чиновников здесь не обойтись, потому что все наши благие начинания, мы можем как угодно предлагать технологию, а бизнес скажет, я сделаю, а у меня есть бизнес-план. Чтобы это стало широким трендом, нужно это широко пропагандировать. То есть тут это... без средств массовой информации не обойтись. Либо господдержка, либо это действительно... Вот уход в нишу. Сейчас очень часто же уходят в нишу такие тренды. Все-таки мы видим, что огромное количество людей, собственно, вот этих продвинутых, скачивают информацию в интернете. То есть, в принципе, в интернете можно двигать информацию без чиновников, да, через социальные сети. Если через социальные сети запускается вот такой вот хороший вирус, подари рубль, да, купив что-то, вот это тоже быть... щедро. Это вот из серии разговоров о социальной ответственности бизнеса. Да. Да? Это вот из этой серии. Высокое, красивое, но нужное слово. Да.
А это тоже должно стать модным. Ну, если такое слово можно применить, это тоже должно стать трендом, чтобы не было таким, знаете, что-то нужно сделать к Новому году, нужно кому-то там что-то подарить, как бы один раз сделали и про это забыли. Может быть, человек просто не знает, на что потратить вот в социальном таком вот аспекте те деньги, которые у него есть. Может быть, он не знает о существовании каких-то проектов, реализации которых он может пригодиться. То есть вот здесь тоже нужно людей организовать, бизнес. Конечно. То есть иногда бывает у людей мотив-то, хочется это сделать, но не знают как. По идее, конечно, это задача маркетологов, задача, может быть, я даже понимаю, директоров по развитию, потому что они должны понять, какой компания будет потом, да, за счет чего она будет развиваться. То есть все-таки существует вот этот запрос, да, на социальность, на отзывчивость, на активность. И уловить потребности людей не только потребительские, да? В смысле. Вот это, кстати, мне кажется, я извиняюсь, что сейчас уйду в гендерную тему, но это связано во многом с тем, что женщины приходят в бизнес. Ага. Потому что когда мужчина, он не придумает, для него как дело это важнее. Да. А вот если у вас заместитель женщина, то поручите ей, она точно сообразит, как счастливить перед Новым годом каких-либо детей или кому помочь. То есть главное, чтобы это было искренне, это важный момент, потому что если вы вступаете на эту почву, тут только вот так, либо никак. Лучше будьте жестко львиной компанией, которая у нее нет времени на сентиментальности, либо сделать это искренне, красиво, современно, чтобы это было так. Вообще, вы затронули такую тему «женщина и бизнес». С одной стороны, это был тоже такой тренд. То есть женщина всегда хотела доказать, что она не хуже мужчины, с чем-то справляется, да? А с другой стороны, в какой-то момент происходит дилемма. То есть нужно либо заниматься хорошо делом, либо вот нужно заниматься семьей. Вот здесь нет такого противоречия у женщины, как у женщины-бизнесмена? Оно есть не только у бизнесменов, а у научных работников. Классическая схема, да, а у топ-менеджмента. Ну, прежде всего, мы не про владельцев бизнеса говорим, просто про успешных там, женщин, актрисы это или научные работники. Но сейчас, опять-таки, технологии позволяют женщине успевать все. То есть она не может полностью там мужской стиль воспринять, и не надо. То есть смысл как раз в том, что и не надо. И есть определенные плюсы, вот это вот социальная, да, отзывчивость, интуиция, умение там видеть что-то. И это хорошо. Но опять-таки бизнес может использовать вот эту потребность женщины удержаться на двух стульях. А еще бывает там какие-то свои здоровья. И в крупных городах, и в Европе огромное количество ресурсов, которые женщине позволяют это сделать. То есть правильно выстроить покупки через интернет, когда она может все-таки... Контроль детей через видеофон. И привозят ей в офис эти вещи детские. Вообще специальные агенты, которые помогают, вещи подбирают. Которые агенты по отбору детского питания. То есть огромное количество инфраструктура. То есть женщина, работающая, которая пользуется современными технологиями, она, конечно, может все успеть. Ну да, это в отсутствии вот этой вот инфраструктуры, о чем вы сказали, тогда да, тяжеловато, конечно, нужно каждый день там что-то контролировать. А когда вот это тоже один из видов бизнеса, создания этой среды для... Я говорю, и на это есть спрос, на это есть спрос. И вот мы говорим о том, что эти люди, они понимают, что главное это вот все время двигаться вперед, поэтому, конечно, в крупных городах работающие активного такого занятости женщины, они перекладывают, делегируют все. Да, то есть делегируют максимально, чтобы оставить время детям и мужу, потому что это ценность. Да, все остальное они как бы делегируют. И на этом огромное количество маленьких компаний подрабатывают. Проблема в том, как ты просто перераспределяешь собственные накопления. Да, куда ты их вложил? Вот в это или вот в это? Спасибо за интересную беседу. Взаимно, взаимно. А я напоминаю, что мы говорили о том, как опросы общественного мнения помогают понять настроение и потребности МИЧей. И у нас в гостях была директор проектов Фонда общественного мнения Лариса Паутова. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.